Подскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый мультик? С лошадки. С лошадки? Три богатыря? Угу. Тебе очень понравилось? А почему тебе понравилось? Потому что вот она осьминог попала на лошадки. На лошадку осьминог попал? Угу. Это было очень весело? Вот так большой-пребольшой. А на каком языке ты такой мультик смотрела? Как мама. Как мама? На русском? А на каком тебе нравится языке разговаривать? Больше всего по-русски, по-испански или по-английски? Как мама. Как мама по-русски тебе нравится? По-русски. А кто еще по-русски разговаривает так же, как мама? Лена и деда. Лена и деда. Твои бабушка с дедушкой, да? А что ты любишь делать с бабушкой и дедушкой? Поздравлять. Мелочками, и что еще? Поздравлять. Поздравлять ты любишь их? А с чем ты их поздравляешь? Поздравляю с Новым годом. С Новым годом. Здорово, в июле, да, с Новым годом поздравить. Хорошая идея. Александра, а что ты любишь делать с папой? Играть с ними в догонялки. Догонялки, а с мамой что ты любишь делать? Мелочками рисовать? А еще что ты любишь с мамой делать? Классики играть. Классики играть. А кто тебе всегда читает книжки? Алина. Алина тебе читает книжки? Твоя подруга? Угу. Александра, покажи свою любимую книгу. Покажешь? Угу. Пойдем. Ты любишь читать книжки? Ну да. Где-то тут? Где-то вот там. Внизу? Да, внизу. Так надо искать, значит, внизу. А про кого книжка? Это про пони. Про пони ты любишь? Ну-ка. А, про пони. И кто тебе читает эту книгу? Милаша. Милаша? Да Милаша в жизни эту книгу не видела. А на каком она языке? На каком? Кто так разговаривает? Как мама? Нет. Как мама? Нет. Как учительница? Да как учительница, да. Это на английском. Угу. Ну-ка, а как, ты знаешь, как будет молоко по-испански? Как папа говорит молоко? Лечи. А как говорит учительница? Мяу. А как говорит папа кот? Кот. Кошка. Как говорит папа? Как? А как говорит учительница? Как? А с днем рождения папа говорит? Feliz cumpleaños. А как говорит учительница? Happy birthday. Happy birthday. А тебе на каком языке нравится разговаривать? Как мама, как учительница и как папа. Тебе все три языка очень нравятся? Александра, какая твоя любимая игрушка? Кабайон. А кто это? Покажи. А, это лошадка, что ли? Это лошадка и с ним 1-2. Ты с ним спишь? Угу. Ты его сильно любишь? Да. А сильно-сильно. А как папа говорит, я тебя люблю? Я мамучу. А учительница? I love you. Точно. Аля, расскажи стихотворение. Ходит кошечка рядой, у нее такой кошка. Среди ее бедной киски не дают украсть сиски. Браво, молодец. Скажи мне, пожалуйста, мама, мне... Мама, я люблю мою учительницу. Ты любишь учительницу? А почему ты ее любишь? А, она тебе дает стикер. Если никто спать, она не дает стикер. Если ты не поспишь, она не дает, а если поспишь, то дает? Александра, а кто твой принц? Мой принц — это папа. Это папа. Точно. Александра, а что такое счастье? Счастье — это когда улыбаешься. Это счастье,
и когда улыбаются, или кто-то удивилась, или кто-то стесняется, или кто-то по-другому. Александра, а что значит быть добрым? Быть добрым, когда отдаешь стаканчик и говоришь не с... нет, я свою стаканчик. Ты будешь из своего стаканчика пить? Нет, спасибо. А еще что значит быть добрым? Быть добрым – это когда отдает футболочку. Свою футболочку? Если кому-то она нужна? А еще что значит быть добрым? Быть добрым, когда нету еды, можно отдавать еду. Поделиться, да? А ты делишься своей едой и своими игрушками с другими? Угу. Да? Александра, каша или конфеты? Каша и конфеты. А в каком порядке? Сначала кашу и потом конфеты? Или сначала конфеты, потом кашу? Кашу. Угу. А потом конфеты. Ты добрая девочка? Угу. Что значит красиво просить? Красиво что-то просить. Пожалуйста, дай мне колечко. Нужно волшебные слова использовать? Угу. Ясно. Когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать? Я хочу быть с мамой, с папой и с учительницей. Вместе жить с мамой, папой и учительницей? Угу. А кем ты будешь работать? С папой. С папой? А что папа будет делать? Папа будет делать рисовать, и я буду тоже рисовать. Я буду писать, и папа будет писать. Ага, ты будешь писательницей. И это будет здорово. Это будет очень здорово. Александра, какой у тебя любимый цвет? Вот. Вот оранжевый. Оранжевый? Mm-hmm. Подожди секундочку, сейчас я твою сестру принесу, подожди. Александра, какое у тебя любимое время года? Время года. Ну, какое у тебя любимое время года? Платье. Когда ходят в платье? А когда ходят в платье? Летом, зимой, осенью или весной? Летом. Точно! Александра, а что такое любовь? Любовь – это когда кто-то обнимает. Как зовут твою маму? Ольга. А как зовут папу? Шамана. Как зовут твою бабушку? Чикатита. Чикатита? А дедушку? А? Тетя Вики. Это твоя тетя, тетя Вики. Это твой дедушка она? Ну да, они живут вместе, но... А что по поводу твоих русских бабушек и дедушек? У тебя есть в России бабушки и дедушки? А Лена с дедой? Да. А что ты любишь делать с Леной? Краски рисовать? А с дедом? А с дедом я люблю овощи собирать. Точно. Александра, расскажи, если бы ты могла быть супергероем, что бы ты умела делать? Я умела летать, как суперкоточка и как суперпринцесса. Кто лучше готовит, мама или папа? Мама и папа. Вкусно и мама, и папа готовят? Что вкусно готовит мама? Пельмени. А папа? А папа... блинчики. Блинчики готовит папа? Ну что-то я ни разу не видела его готовить блинчики. Ну ладно. А я видела. Ты видела, ну замечательно. А у тебя мама красивая? Да, у меня мама красивая. А папа красивый? Эспрессо. Александра, как можно быть таким сладким пирожочком, как ты? Папа. Папа расскажет, как быть таким сладким пирожочком? Александра, а еще? Скажи мне, пожалуйста. Папа будет пирожочком. Папа будет пирожочком? Да. Скажи мне, пожалуйста, еще. Я смешная? Да, очень ты смешная. Александра, скажи мне, пожалуйста, тебе не мешают твои длинные волосы? Мешают. Ты хотела бы их обстричь, и чтобы они были короткие? Не хочу. Тебе нравятся твои волосы? Да.
На какую принцессу ты похожа? На Золушку. А почему ты похожа на Золушку? Потому что она вот так украсили его принцессу. И они вот так его добрые. Добрая Золушка. И поэтому ты тоже как Золушка добрая? Да. Пожелай что-нибудь твоим друзьям на экране. Что ты хочешь им пожелать? Хочу им пожелать, чтобы было очень приятно. Чтобы у них жизнь была очень приятная? Угу. А что еще пожелаешь? Я еще пожелаю моим друзьям. И вот эту книгу, это про школу. Про школу, книг много пожелаешь. Угу. Ну все, прощайся, говори до свидания, целую, люблю. До свидания, я целую и люблю я. Как у тебя дела? А сколько тебе годиков? Один. А как говорит собака? Ла-ла. А как говорит, скажи, крокодил? Один. А скажи, собака? Один. Машина? Один. Скажи, птичка? Один. Скажи, слон? Сам. Жираф? Да. А скажи, дом? Да. Посчитай, один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, точно. Андреаша, скажи, я тебя люблю. Люблю. Люблю.